Здравствуйте, меня зовут Крутикова Татьяна. В нашей следующей лекции мы с вами поговорим о порядке признания выручки при реализации работ, при оказании услуг в целях налога на прибыль и НДС. Мы с вами обсудим, чем работы отличаются от услуг, в каких случаях имеет значение дата подписания документов, а в каких случаях это не имеет вообще никакого значения. Смотрите на видео консультанта.